Службы информации. Новости. В Калининграде полдень, в студии Степан Новиков. В этом выпуске в Минобороны России раскрыли провокационную схему действий Израиля при ударе в Сирии. Федеральная антимонопольная служба выявила нарушение при закупке Минздрава. В Северо-Западном федеральном округе обострились экологические угрозы, связанные с отходами. Теперь об этом и не только. Подробнее.